Всем привет, с вами снова Атлантис, и сегодня ваше внимание, хочу представить очередную свою распаковочку, очередные свои посылочки, пришедшие еще от магазина AliExpress. Что-то здесь вот с этой стороны есть, и я даже не знаю, что это, потому что тоже стелсовская посылка. Пришли, глядите-ка. Прикольно. Это у нас лазеры. Блин, самый дешевый Г, какой можно купить на Алиэкспрессе, это лазерные модули по 0,1 мВт, по-моему, красного цвета. Извиняюсь за то, что сейчас компьютер пискнул, и за то, что вы слышите, возможно, как принтер мне печатает. Сейчас начался момент, где он печатает такой участок, в который головка ездит туда-сюда. Так, давайте проведем эксперимент. Возьмем 3-вольтовую батарейку. Ну, красный, наверное, плюс, да, синий, наверное, минус. И получаем результат. Как можете заметить, лазер работает. Конечно, в глаза я светить не собираюсь, хотя он ультра слабый, но все-таки, кстати, кружок очень ровненький, даже довольно интересно, но при этом очень большой. То есть, вот я двигаю, и диаметр практически не меняется. Диаметр вообще не меняется. То есть здесь сделано так, что данный лазер, он не фокусирован в одну точку какую-то, где идет сужение, потому что расширение. Ну, это и понятно, что резать таким лазером физически ничего невозможно. Это просто очень слабенький. Зато как лазерная указка, он, я думаю, пойдет довольно неплохо. Да, он на объемный кружок. По яркости, конечно, не могу ничего сказать. Хотя батареечки довольно слабенько, но здесь еще светло. Надо будет попробовать. Возможно, запитать чуть-чуть побольше. Ну, есть резистор, как бы. Резистор очень маленький. И что-то там типа 0,6 написано. Короче, вот такая штукенция, линза просвечивается насквозь, потому что здесь он пустота. Прикольно, попробуем. Брал так, ради прикола, честно сказать, посмотреть, что это такое, и, возможно, использовать, знаете, там, в виде какого-нибудь, это, сделать, типа, целеуказателя лазерного для какой-нибудь там пневматики и тому подобное. Ну, возможно, какой-нибудь уровень на основе этой хрени смастерить. Ну, либо просто есть парочку, троечку еще стареньких тех времен лазерных указок. Они как раз от 4,5 вольт работают. Может, туда есть подать 4,5 вольт, он будет, конечно, ярче светить. Но посмотрите, от скольких вольт это работает. И там не очень рабочий лазер одного... Одной указки он вообще не рабочий, у другой он как-то, ну, точнее, там китайская какая-то синяя такая лазерная указка, у нее там в виде месяца, блин, светит она, не идея круга. Конечно, они бесполезны, ничего не нужны, ну, так, скажем так, в качестве ностальгии собрать. У меня есть насадки, есть, даже нашел это корпус, ну, вот эту саму упаковочку, все дела, заменить лазер и тому подобное. Просто тупо в качестве, знаете, такой ностальгии из прошлого, а по факту бесполезная вещь, когда есть современные лазерные указки, мощные и тому подобное. Ладно, на этом все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам это понравилось. Так что, как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Всем пока и до встречи.